Произведение мировой музыкальной классики, первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского. В качестве солиста выступит еще один гость, Александр Сенчук. Он родился в Приморском крае, и первоначальное музыкальное образование получил во Владивостоке. Уже мальчиком стал победителем международного конкурса юных пианистов во Владивостоке. Выступал с Тихоокеанским симфоническим оркестром, давал сольные концерты во многих городах Дальнего Востока, Японии и Кореи. А ныне он студент 4-го курса Московской консерватории имени Чайковского, класс заслуженного артиста России профессора Писецкого. Конечно, за его плечами тоже много лауреатств. В числе последних первая премия на 4-м международном конкурсе имени Сергея Васильевича Рахманинова. И особенно хочется отметить вот такой факт. Александр получил специальный приз от Рахманиновского фонда «Концерт в Карнеги-холл». В 2009 году состоялся дебютный концерт этого музыканта в Карнеги-холл в Нью-Йорке. В том же 2009 году Александр принимал участие в гастролях Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова по городам Сибири. А с января по март этого, 2010 года, Александр принимал участие в гастрольном туре по городам Соединенных Штатов Америки с Московским оркестром радио, дав за 3 месяца 37 концертов. Итак, Петр Ильич Чайковский. Концерт номер один для фортепиано с оркестром си бемоль минор в 3 частях. Играет симфонический оркестр филармонии, дирижер Михаил Щербаков, солист, лауреат международных конкурсов Александр Сенчук.
Thank you.
Thank you.